Работа ответственная, интересная, живая, говорят пангадинские школьники, побывав в главном здании Медвежинского ГПУ. Такие экскурсии – одна из давних традиций управления в рамках ежегодной профориентации учащихся. Многим из нынешних работников подобные встречи когда-то помогли определиться с выбором будущей профессии. Девятиклассников интересовало абсолютно все. Например, каков режим труда, в чем заключается ежедневная задача специалистов и даже как стать первым руководителем или начальником отдела. Экскурсии мы начали проводить несколько лет назад, и они показали свою эффективность именно в плане того, что ребята стали представлять, чем занимаются люди, которые сидят в большом шестиэтажном здании, в чем заключается специфика их работы. А некоторые даже увидели своих родителей. Для того, чтобы правильно выбрать профессию, ну тут много критериев. Кто-то смотрит на своих родителей, да? Кто-то смотрит телевизор, видит, какие профессии, специальности интересные показывают. Ну, одно дело показывают, другое дело это в жизни поближе к этому прикоснуться, увидеть и даже потрогать своими руками. Ребятам рассказали, от чего зависит надежная работа управления, насколько важно оперативно реагировать на поступающую в отделы информацию, предупреждать возможные нештатные ситуации, чтобы не было сбоев поставок газа потребителю. Узнали о том, что добыча газа и передача данных происходит в круглосуточном режиме. То, что нас сюда привели, это нам, может быть, поможет с выбором профессии, и как-то направят они нас, то, что нам ближе, что, может, нам не подходит. И я вынесла очень полезную информацию о том, как устраиваться на работу, что тут вообще делают. Я был в отделе техники безопасности. Как мне сказали, это не совсем правильно. Правильная охрана труда. Вот. Мне рассказали, что там на самом деле работа не из легких. Там нужно понимать, что делаешь.